Друзья, всем привет! Канал 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погуляй. Канал обо всем. Город Казань, Горьковское шоссе, улица, дом 53А. Здесь сейчас будет то ли выставка, то ли продажа, то ли выставка-продажа ретро-техники. Пойдемте посмотримте. Друзья, вот такая площадка есть. Заезд 3 дня будет здесь. Выставка. А вот как раз. А, вау, какой красавчик едет. Вау. Сегодня заезд. А непонятно, то ли муравей, то ли Урал. Мотороллер с мотоциклетным двигателем. Друзья, ну вот такая красота здесь. Люди собираются. Сегодня я выложу фильм, постараюсь выложить. Приезжайте, посмотрите, здесь будет очень неплохо. И первый раз, вот я в Казани живу, я первый раз вижу такую площадку здесь, скажем, в Кировском районе. Ну, давайте мы подойдем первому экспонату. Это Матик. Давайте рассказывайте. Вот теперь я вас могу снять, если Матик, вы хотите. Рига Мини. В свое время мой дед его вывез из Ташкента. Вот, был мной восстановлен полностью до заводского состояния. Единственное, что я заменил мотор. Потому что раньше переключение скоростей было на ручке. Ага. Вот, но это было очень неудобно, потому что скорость поймать было очень тяжело, даже перенастроив. Я поставил уже модернизированный мотор V501. То есть не V50, а V501. Ага. Вот, уже с ночным переключением, да. Угу. Вот, то есть, как бы, вот, ну, это вот моя гордость, то есть и память. А деде память об отце. То есть не продается? Нет, конечно нет. Я его никогда в жизни не продам. То есть вы прогуляться его выпустили? Да. Я его только выставляю все. И изредка на нем немножко езжу. Ага. Красавчик. Что можно сказать? Красавчик. Вот. А потом еще вот, ну, часть экспозиции. Тут, конечно, рюкзак просто вещь. Вот. Магнитородиола. Да. Радиола с кассетой Азамат 202. Вот, я ее немножечко доработал. Кое-какие конденсаторы я в ней перепаял, потому что они были нерабочие. Вот, ну, варварски просверлил дырочку. Отверстие. Теперь, да, теперь к ней можно подключать телефон. Вот. Единственное, что я не успел найти антенну. Вот. Нужного размера. Вот, а так просто это вот, ну, такая вот часть экспозиции. То есть вот, человек куда-то ехал, приехал на природу, включил радиолу и, соответственно, вот отдыхает. Друзья, еще раз напомню, что находимся на канале 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Подписывайтесь, друзья, на канал, будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Берегите себя, своих близких, не болейте. До свидания, до новых встреч на канале. Бай-бай.